Анилибрия.тв представляет «Искусство обмана». この番組はハオライナーズとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Эпизод третий. Ужас. Экзаменатор Маман со снежных полей. Хаку, чем больше смотрю, тем милее она становится. Учитель в последнее время становится холоднее или нет, спрашиваете? Кончики пальцев на ногах так замерзли, что я не могу поспать. В общем, у нас тест! Что это за место? Нас заморозят здесь? Мамонт! Нет, это... Экзаменатор Мамонт, пробудившийся от спячки в 10 тысяч лет! Мамонт! Мы сорванцы, выросшие в тепле и комфорте. Я приведу в порядок ваши души. Временные ограничения, пока не замерзнете насмерть. Начнем же наш тест. Небольшой мороз меня вряд ли удержит. Вперед, моя любимица! Мэри! Мамонт! Быть замороженным – подобающая судьба для типа С. Ты достал, отвратительный. Интересно. Начнем же игру. Что такое? Эти жалкие трюки – нипочем истинному гению. Стиль. Техника Сакацу. Как тепло. Да уж. Тот, кто придумал проводить тест в таком месте, точно не дружит с головой. А ты жалуешься на такую мелочь? Не стоит забывать о нашей цели. Закончить эту школу и освободить моего отца. Знаю. М. Недавний тест был жестоким, да? А, мы из одного класса. Мумэй. Сакацу Мумэй. М, а это моя кузина Ко. Мумэй и Ко. Когда с тобой разговаривает какое-то мерзкое насекомое, это неприятно. Похоже, вы оба очень близки. Я завидую. Ведь сама пока ни одного ученика не знаю в этой академии. Нет, Ко просто моя кузина и больше ничего. Она мне типа напарника. Если выразиться точнее, в человеческом плане он паразит. Я поняла. Вас связывают отношения, которые нельзя разорвать. Но вы не можете раскрыть проблемы вашей семьи остальным людям. Ко-чан, пожалуйста, позволь в следующий раз послушать твою историю. У тебя что ли мозг пережарился от учебы? Точно! Ты ведь на предыдущем тесте набрала лучший балл, верно? Поразительно! Что ты? Все благодаря этой ручке.
Ручки? Защитный талисман. Я завидую. Хочу, чтобы ты позволила мне и защищать тебя. Где ты придумал такую омерзительную фразу? Под подошвой? Вы все-таки такие близкие? Йоу, народ! Вот вы где были! Хебуси! Что такое? Не беспокойся. Просто я не в духе, чтобы над моим ухом жужжали. Жужжали? Ко, ты думаешь, это умно прозвучало? Ах ты! Она лучше моей мамы. Позволь тебе называть Мэри, Хебуси. Мелкий жук. С вашим другом все нормально? Он не мой друг. Да, я мало что знаю о мире насекомых. Но кажется, это у них такой способ выражения любви. Ты такой же налозный жук. Ученик класса 1-1, Рюхаку, сдавший недавно тест, пожалуйста, зайдите в кабинет консультанта. Повторяю. Ученик класса 1-1. Зачем? Рюхаку, сдавший недавно тест. Ладно, пожалуйста. Мне нужно идти. Но... Почему к консультанту? Видимо, заметили, что она жульничала. Ну, в этой школе такое часто бывает. Так она тоже из ТПС. Что поделаешь, в лучшем случае ее отстранят от учебы. Хебуси, как будто я им позволю. Этого не может быть. Хаку такого бы не сделала. Пик юности. Ты что, отпустишь своего парня? Он обычный охранник. Это просто невозможно! Ты ТПС! Это не так! Я не из ТПС! Вот именно. Мои ученики на такое точно не пошли бы. Какие у вас есть доказательства? А? Тогда покажи мне эту ручку. Итак, что у нас тут? Я проверил видеозапись теста. И заметил подозрительное движение губами. Уверен, эта ручка что-то сделала. Это... Выбора нет. Сломай ее и узнаю. Пожалуйста, остановитесь. Это же тирания. У вас нет права заходить так далеко. Стиль. Техника Сакацу. Синрамбанцу. Ты кто? Я Сакацу Мумэй. Тот, кто знает о ее невиновности. Опять ты! Я сидел за ней, поэтому знаю. Вы напрасно обвиняете эту девушку. Она совершенно честно сдала этот тест. Хаку, безусловно, ученица типа У. Как и я. Что-то его понесло. Ладно. Если ты так уверен, пусть она прямо сейчас пересдаст тест. И покажет мне уровень своих способностей. Только... Если она не наберет лучший балл, вы будете исключены оба. Это слишком. Верно. Ладно, я, но они здесь совсем ни при чем. Не говори таких печальных вещей. Мы же одноклассники. Ну? Все нормально. Я в тебя верю. Ко чувствует то же самое. Эй! Мы покажем вам, на что способны ученики типа У. Хорошо. Позвольте пересдать тест. Что это? Похоже, она испытывает трудности. Так и знал, без этой ручки она бессильна. Этого не может быть. Это просто защитный талисман. Эта задача не такая, как была раньше. Что? Это более усложненный вид. Наверное, на 5 уровней. Это же почти разница между младшей и старшей школой. Сволочь! Разумеется. С одинаковыми задачами она могла бы ответить по памяти и сдать. Вот как! Тогда я поддержу ее по-своему! Верну ей ручку, чтобы она идеально сдала этот тест! Мамонт! Ну попробуй! В этот раз я точно прикончу тебя! Попробуй моих древних клыков, которые спали 10 тысяч лет, а теперь пробудились! Абсолютно огромный клык! Стиль Сакацу! Тест окончен. Все. Что? Хаку, прости, я не успел!
Откуда у тебя эти ссадины? Не беспокойся. Вот, хоть и поздно, но я принес ее. Это моя. Спасибо, Мумэй. Похоже, время-то уже вышло. Покажи мне свои ответы. 10 баллов набрала или 15? Черт! Если бы я раньше уничтожил эту букашку! Хорошая работа. Хорошо постаралась, Хаку. Идеальный балл. Большое спасибо. Этого быть не может. Скажу, как учитель с немалым стажем. Никакого жульничества не было, Мамонт. Круто! Ты решила такие сложные задачи? Ты неплоха. Прошу прощения. Ничего, мне тоже не стоило делать подозрительных вещей. Это моя мама с папой. Мой защитный талисман. Ко, теперь я тоже хочу такую же ручку. Чтобы выживать в будущих сражениях. Ясно. Наконец-то ты стал серьезней. Раз такое дело, я поищу такую же, как у тебя, Хако. Ну знаешь, похожие вещи — это типа судьба, да? Где же такие продают? Сегодняшнее твое имя. Водосточный навозный жук. Озвучено проектом Anilibria.tv в 2016 году. Перевод Якусов Studio. Озвучили Адос и Амикири. Тайминг и работа со звуком Dark Knight. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Спасибо, что выбираете нас. Welcome, future.